Всем привет! Сегодня получили правильную морковку на наш дровокол. Кто не понимает, о чем я, смотрите видео по подсказке. Итак, правильная морковка такая, как должна быть. Чем она отличается? Она имеет двухзаходную резьбу. Вот видно, резьба имеет два начала. Вот, здесь хорошо видно. На нашей старой морковке резьба имеет одно начало. Работала она не очень. Морковка изготовлена из стали 40 диаметром 80 миллиметров. Наша старая морковка имеет меньший диаметр. Семьдесят миллиметров. Рабочая поверхность правильной морковки 200 миллиметров в длину. У нас было короче 162 миллиметра. Этим видео я анонсирую испытание новой морковки и сравнение с старой, которая произойдет на этой неделе. В общем, основное отличие — это двухзаходная резьба. Вот так она выглядит. На сегодня все. Ожидайте наши испытания в ближайшие дни. До новых встреч на канале.